Кепро, урметли достлар, мына бұл девамыны келешекте енді сиеретер, келешекте енді узақта дегіл, ярын мұтлақ енді невбетегі қысым тақдим олынажақ, ама бізім яйынымыз тек мультфильмлернен өле сынырланмай, бізім студиямызға әр вақыт мұсафырлер келе, бұйыра, ве, тамам, шымды, олардан бұрысы, яғни бізім урметлі мұсафырымыз студиямызда бұлына не ақта бүгін лафеті жекміз, келіңіз оғынейік. Мен білесем бар келгенінен бөлете гүзел шелер ақында лаф әтмегеу керек. Ильхам ақында, чечеклер ақында, вешімді біз бұл мевзіні ачықлай жамыз сағылы достлар. Бізім студиямызда Сусана Бородкина, Сан Суси адлы флористика студиясының реберы. Селям алейкум, хош келдіңіз бізім студиямызға. Как настроение, как утро? Прекрасно. Как вообще обычно начинается ваше утро? Да, все так же. Просыпаешься рано. Трое деток, их нужно собирать в школу, в садик и так далее. Завтра, как у всех обычных. Может, есть какой-то секрет? Бодрого пробуждения утра. Положительный настрой каждый день, с вечера. С вечера, самое главное. Сан Суси, что это? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, я как человек далекий, возможно, от этого искусства. Расскажите нам поподробнее. Сан Суси, начнем с названия. Да? Название, мы долго искали. Нашей студии уже с 2009 года она образована. Искали долго название. Очень хотелось быть не похожими на всех, но и как-то, так скажем, чтобы это было похоже нечто на бренд. Да? Вот, поэтому искали название, схожее и с именем, и с деятельностью, и с красотой. Вот есть такой парк Сан-Суси, который, ну, необыкновенной красоты под Потсдамом. Вот как бы мы определили, что Сан-Суси, он переводится как «без забот». Мы придумали такое название. А кто-то из тех людей, которые придумывали это название, побывал в этом парке? Однозначно, да, так и было. И очень было приятно, когда приходили гости к нам в студию и всегда задавали вопрос, а вы хоть сами знаете, что такое Сан-Суси, где это и так далее. То есть было приятно, что они понимают, о чем идет речь. То есть вы занимаетесь оформлением различных мероприятий, торжеств? Да, изначально студия создавалась как студия флористики и магазин подарков, то есть в одном месте люди могли купить подарки и их оформить, и тут же приобрести букет, да, то есть все в одном месте. Мы росли, развивались и выросли, ну, буквально сразу, через год, через два мы стали, ну, углубленно, скажем так, изучать флористику, декор и мир праздников, и пришли к тому, что начали работать еще и над праздниками. Свадьба непосредственно – это наше любимое торжество, поэтому оформлением свадеб мы также занимаемся. То есть вы уже на этой платформе, так сказать, в этом искусстве уже более 9 лет? Да. То есть в следующем году или в этом году уже юбилей будет? 2 февраля. 2 февраля, так немного осталось, да. Всего-то ничего. Да. Все-таки мероприятий много на самом деле. Какая команда работает в этом коллективе? Есть команда флористов, есть команда декораторов, есть команда монтажников. Есть люди, которые работают на фрилансе, то есть это подпроекты. Люди приходят к нам и помогают нам в создании каких-то декораций и так далее. Праздников в целом. То есть есть люди, которые остаются за кадром, скажем так. Вот оно как, значит. Интересно. Так, в общем, примерно сколько человек работает? От 8 до 20. И каждый раз варьируется. Интересно. Да. Ну, в зависимости от проекта. Ну, скажите, пожалуйста, тогда что нужно уметь человеку, который вот, занимается этим делом? Что он должен знать? Возможно, где-то должен отучиться. Да, конечно, это не самый худший вариант, скажем так, да, чтобы человек имел какие-то понятия о дизайне, о цветоколористике, в первую очередь умел и имел навыки техники сборки букетов и флористических композиций. Навыки никому не мешают, но мы всему обучаем. То есть часто бывало так, что человек приходил к нам с нуля, и мы его обучали. Да. Интересно. И мы знаем, что вас ждет такое глобальное мероприятие, можно сказать, масштабное. Расскажите подробнее. Этому мероприятию тоже не один год. 2011 года мы проводим это мероприятие под названием «Открытие свадебного сезона».
Идея эта пришла также после посещения большой огромной выставки в Киеве. Вот, мы увидели, что там этой индустрии уделяется огромное внимание. И, ну, так скажем, это тенденция такая в оформлении, в организации свадьбы, она очень имеет огромный спектр услуг, спектр участников, скажем так, да. И, конечно же, людям, которые организовывают свадьбу себе или решили пожениться, они сталкиваются с тем, что, ну, грубо говоря, хватается за голову. Как же, с чего же начать? Мне сделали предложение, и с чего я должна начать? Так вот, это мероприятие создано для того, чтобы, ну, порядочек, упорядочить, так скажем, представление о свадьбе, научить и подсказать, как не ошибиться, да, в организации свадьбы, как не допустить ошибок, потому что действительно это свадьба, свадьба — это торжество, которое проводится один раз. Вот, и, конечно, всем невестам хочется, чтобы оно было особенным. Вот мы помогаем в этом, собираем в одном месте всех специалистов, и наши специалисты демонстрируют свои навыки, свои умения и, естественно, проводят всевозможные, так скажем, маленькие мини-тренинги, да, спичи с темами различными, как не допустить ошибок в организации, в оформлении, подготовке к свадебному дню. Вот. Ну и как часто такие мероприятия проводятся? Один раз в год перед, так мы его и называем, нет, открытие свадебного сезона. Нет, но это вы сейчас про общее мероприятие, открытие свадебного сезона. А вот всякие тренинги... Ну, это внутри мероприятия, мы сейчас говорим конкретно об этом мероприятии, да, что открытие свадебного сезона всегда имел необычный характер, потому что это не только сухая информация, но она перекликается еще с какой-то праздничной атмосферой. То есть артисты, да, они тоже хотят быть представленными, они тоже показывают, как и на что они способны, ведущие, кондитеры, стилисты. Каждый раз в нашем мероприятии есть показ свадебных платьев или любой свадебной моды. Мужские показы в нашем мероприятии в этом году будет особенный показ, то есть мужского костюма. Мы не забываем, что женихов тоже нужно одевать и что не только невеста должна быть прекрасна в этот день. Вот, это... Ну, я вот прослушал эту информацию. Действительно, то есть представлены и приглашены все люди, которые задействованы, так или иначе задействованы в свадебной индустрии Крыма, полуострова. И это уже на протяжении последних 7 лет. Скажите, пожалуйста, вот артисты. А артисты – это тоже те, кто очень популярен на свадьбах? Это те, кто популярен, и не только популярен, кто только вошел в этот мир, да, они приходят для того, чтобы показать себя, да, всем кому-то, все, кто-то, точнее, с чего-то начинает, и, конечно, мы всех приглашаем, артистов, не только всех самых известных. А в этом году? В этом году? Да. Ну, можно, это будет интрига. Прям вот все-все-все мероприятие будет интригой? Не все, но вот конкретно кто будет выступать, нам бы хотелось оставить интригой, потому что, ну, во-первых, перечень большой. Выставка будет проходить, я забыла сказать, что мы в этом году выросли до форматов выставки. И а большом... Что за выставка? Выставка открытия свадебного сезона. То есть это не просто закрытое мероприятие, а большая выставка, она будет проходить в Коннект-центре. На улице Ясная у нас в Симферополе теперь есть хорошо, что есть красивый большой выставочный центр, и там мы организовываем в конгресс-холле наше мероприятие. Приглашаем к партнерству всех тех, кто участвует в организации свадьбы, все, кто оказывает услуги нашим будущим молодоженам, добро пожаловать, приходите, что будет, тоже показать. Что будет представлено на этой выставке? На этой выставке будут представлены... Уже говорила, что будет три показа. Показ вечернего наряда, показ свадебного платья и показ мужского образа. Далее будет 5-7 тем раскрыто от наших партнеров, от наших спикеров. Будет несколько тем раскрыто, опять же, с точки зрения, как не допустить ошибок в организации свадьбы. Далее, естественно, все это будет... очень красиво представлено в масштабных декорациях. В этом году мы особенно постарались и придумали очень красивую концепцию Crimea Garden, Крымский сад. То есть все будет утопать в каких-то красивых декорациях. И этим самым мы хотим показать, что
идея свадьбы, да, она должна прослеживаться от мелочей до масштабного какого-то объекта. Вот. На этом, в этом будут участвовать в создании таких декораций, будут участвовать много-много декораторов Крыма. Те, кто еще не успел записаться, добро пожаловать, потому что мы организовываем воркшоп. У нас есть 3 мастера, которые будут показывать свой мастер-класс, и итог этого воркшопа будет представлен в нашем открытии свадебного сезона нашей выставки. Очень интересно. И вообще заниматься таким видом деятельности, таким искусством, можно сказать, мне кажется, очень интересно. Скажите, откуда вы черпаете вдохновение? Совершенству нет предела. Я думаю, что черпать вдохновение, как правило, это, ну, мы живем в Крыму, да, невозможно не подпитываться той природой, которая нас окружает. Я думаю, что в большинстве своем я черпаю все-таки от природы, от того, что вокруг нас, от моря, от лесов, от лугов, от всего того, что нас окружает. Куда ни посмотри, везде красота. Ну и, конечно же, мы не устаем обучаться, потому что совершенству нет предела. Это всегда мы учимся, смотрим всевозможные показы, да, которые не могут не вдохновлять. У нас есть лидеры рынка, на которых мы тоже равняемся и видим, как они растут, и мы хотим двигаться и расти вслед за ними. Как и отечественные, так и зарубежные лидеры. Сан-ханум, вот такой интересный момент. Идти вперед. Вы сказали, человек, который занимается этим видом деятельности, он должен разбираться в цветах, во всех тенденциях. Так вот, хотелось бы поинтересоваться. В 2018 год, новый свадебный сезон. А что вообще популярно на свадьбах? Что чаще хотят? Может, я не знаю, там цветы какие-то, арочки, голубей. Ну, раскрыть, пожалуйста, что актуально, что модно. Вы знаете, могу сказать так, что я придерживаюсь одной важной позиции. И, ну, это такая, скажем так, ну, миссия, можно сказать, да, нашей студии, что мы, да, конечно же, мы следим за модой, да, конечно же, мы ориентированы на то, что происходит вокруг, в мире и в Крыму, везде, да, но всегда для нас важна эта пара, да. Вот пара, которая пришла к нам и говорит, у нас там такого-то, такого-то числа у нас свадьба, мы хотим. Да, вот, обратились к нам. Мы, естественно, есть такое понятие, как выявление мечты. Да, то есть мечта, которая, она где-то сидит. То есть это действительно особенный день для двух человек. И хочется каждый раз, чтобы эта свадьба была не похожа на других, на другую. То есть изначально не стоит задача просто сделать стандартные шаблоны, стандартные какие-то вещи, а однозначно учитывать пожелания, и мы ищем эту мечту, которая, возможно, где-то засела очень глубоко. То есть еще и психологом надо быть? Да, конечно, однозначно. Очень интересно. Психологом тоже. Интересно. На самом деле, я вот сейчас уже понимаю, что это очень сложная работа. Ну, для кого как. Нет, ну, нет, вы знаете, мы просто не относимся к этому как к работе. Давайте так, начнем с этого. Ах, вот, тоже все-таки, интересно. Все-таки работа, она имеет какое-то понятие, наверное, сложное действительно. Как мы, обязанность, мы относимся, да, мы относимся несколько, несколько по-другому к своей работе. Угу. Нас она действительно вдохновляет, мы хотим делать хорошие проекты, хорошие свадьбы, поэтому, ну, То есть несложно. Вот так можно смело, да, в коллектив зайти. Ребята, у нас есть свадьба в этом числе, там, в этот такого день, числа. Вот так, такого числа. Запутался, да, бывает. Ничего. Иногда. И кто-то может смело вот так вот сказать, я не хочу. Или... Я не хочу что? Вот украшать это мероприятие. Ну, такое тоже, конечно же, бывает. Но, как правило, к нам приходят за тем, чтобы все-таки оформлять. Да, мы хотим, мы видели, а вот, ну, знаете, как у нас бывает, да? Да. А вот у нее, а вот у того, я тоже хочу, я тоже могу, а вот как, а вот что, подскажите, помогите. Конечно, мы для этого и работаем. Интересно. У вас 3 деток. Как вам удается совмещать такой все-таки сложный вид деятельности? И удается ли уделить достаточное внимание семье? У меня большая крепкая семья, которая помогает.
Да, да, удается. Более того, я думаю, что мои дети продолжат. Да. Они увлекаются уже этим видом деятельности? Ну, конечно, старшей дочери 10 лет, она с пеленок, как говорится, на картоне выросла. Поэтому ей тоже, я думаю, мои дети творческие. Это видно сразу. Спасибо огромное, что посетили нас сегодня, а рассказали нам обо всем подробно, и это было очень интересно. На самом деле, я человек, который не был знаком так хорошо с этим искусством, мне было очень интересно. Спасибо огромное, Чохсал, Наскельгена Назычен. Спасибо. Да. И мы желаем вам успехов. Что бы хотели пожелать телезрителям? Телезрителям хотел пожелать хорошего дня, хорошей недели, хороших выходных. Все в нашей жизни происходит так, как мы настраиваемся, как мы сами делаем свой день, свое утро, свой вечер. Вот так. Чохсал, у нас прекрасные слова. Спасибо. Ждем вас снова в нашей студии с новостями какими-то интересными, тенденциями, модой, возможно, что-то новое поменяется. Чохсал, Сергей Назычен. Карл Кундер. Урмите дослар бы зым я и на мозасе, где вам эти манабу, гузелик, аханда, лафьюсе, так шэмды и се... Табиат гузели гоуладжах, авар реті насыл сюрпризлерні бүгін азырлады, келіңіз бірі бөлікте огренейік.